Всем привет! В последнее время Инна Чурикова то и дело страдала из-за проблемы со здоровьем, а несколько минут назад СМИ сообщили о ее смерти. Трагическую новость озвучил директор театра «Линком» Марк Варшавер. При этом он не сказал о причинах. Коллеги и поклонники 79-летней Инны Михайловны находятся в шоке после этой информации. Цитата. Не стала великой актрисы. Инна Михайловна – одна из последних из «Магикан», которая ушла от нас, из нашего великого театра. Здоровье подвело, но что сейчас об этом говорить? Давайте поскорбим, помолчим. Это будет важнее, чем сейчас думать, как она болела, чем она болела. Это уже не играет никакой роли. В последний раз с Инной Михайловной я общался неделю назад. Мы на самом деле ждали ее возвращения в театр. Рассказал Марк Борисович. Уже известна дата прощания. Варшавер сказал, что прощание с Чуриковой состоится 17 января во вторник. Звезду, вероятно, похоронят на Троекуровском кладбище. Напомним, несколько месяцев назад мы сообщали, что актриса получила переломы при падении.